После длинных ноябрьских выходных вкатываться в рабочую неделю можно только с кофе. Именно так посчитали работники РИА «Владньюз», которые совместно с кофемашин провели необычную акцию. Ранним утром специалисты раздавали горожанам бесплатные горячие напитки. Свой бодрящий стаканчик «Американо» получали как пешеходы, так и водители. Таким нетривиальным способом издание «Владньюз» не только порадовало жителей, но и отметило свой день рождения. 22 года – это значимая дата, и цифра такая красивая. И у нас специально вот наклеечки здесь есть такие вот. «Владньюз, 22 года. Утро начинается с хороших новостей». Такую кофейную акцию журналисты портала проводят уже второй год подряд. Первый раз горячие подарки от издания настолько удивили горожан, что те стали рассказывать об этом в соцсетях. О бодрящей инициативе вскоре прослышал весь Владивосток. В этот раз десятки порций кофе вновь попали в руки приморцам, которые от неожиданности расплывались в улыбке. Информационное агентство «Владивосток» отмечало свое 22-летие. Мы хотим, чтобы каждое ваше утро начиналось не только с кофе, но и с хороших новостей. Приятного вам дня. Спасибо. Неожиданно иду на работу, тут кофе. Спасибо, ребята, очень приятный сюрприз. Выходные были позитивные, хорошие, все отлично. Сейчас кофейком еще взбодримся. Стоит напомнить, что РИА «Владньюз» образовалась еще в 1997 году. Ежедневно в ленте новостей этого агентства размещается информация о самых важных и интересных событиях из жизни города, края и даже страны. Сегодня издание входит в топ-5 самых читаемых СМИ Владивостока. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости на восьмом.